студенты нашего института участвовали во всех массовых вот этих гимнастических выступлениях, на церемонии открытия, волонтерами использовались, наши студенты очень активно. Мы тогда, Тимирязевская академия, там на стадионе шли репетиции, которые вели вот наши, я уже стал фамилии забывать, на кафедре гимнастики у нас работали, вот эти выступления репетировали, которые потом были на церемонии открытия, церемонии закрытия Московской Олимпиады. Все это было в 80-е годы. В 80-й год мы готовились, да, и тогда мы впервые попробовали, что такое фанта.